Всем привет! Сегодня покажу вам вот такую BMW 320 дизель. Сразу заметил, вот они очень. Машина базовой комплектации, ничего. Естественно. Просто внешечка, внутряночка. Покажу, такой свой обзорчик сделаю, в принципе, как обычно. Сразу начнем с багажника. Стоит Севропривод, такой внушительный багажник. Салон черный, верх белый. Все, база без кожи. У нас детское кресло стоит. Type-C выход, управление климатом сзади. Любителям BMW посвящается. Здесь приборка прикольная, посредине навигация. Но здесь куча всего, всяких управлений, чем угодно, как угодно. Потолок обычный. Ну и здесь всякая разная информативная тема. Вот такая BMW. Грязная. Всем спасибо за просмотр. Сейчас под музычку покажу вам круговой обзор. Вот такой был обзорчик. Кому понравилось, подписывайтесь. Скоро будут другие машинки. Пальцы вверх. Всем пока.